Вот они наши складочки. Здесь вот, как видно, уже получилось разбить складку до ровного. Самое острое это вот это, и вот здесь вот бугорки. А здесь уже более-менее, вот здесь тоже было острое, разбилось. Сейчас потихоньку распрямляем, чтобы, я считаю, что вот распрямив вот эти вещи, я создам небольшое здесь напряжение, чтобы металл пошел вверх. То есть вот хочу развязать вот это все дело, попробивая вот эти вот бугры. Вот. Не хочу пока клеем пользоваться, пока что. Вот. Пока что просто вот эти шишки и уступы вот эти вот разбивать надо. А потом будет видно, что дальше у нас по плану получится.
Колотили мы, колотили, колотили, колотили. И вот что получается. Этот край как бы еще. Ну, вот сниму, что здесь вот заломчик был. Понятно, помарок тут много. Ну, как я уже говорил, я учусь. А учиться на том, что уже умеешь, смысла нету. Вот. Вот так же здесь. Вот она. Вот она, наша первая полоса. Вот она, так сказать. Конечно, тут еще делать и делать. Дальше, вот она вторая. Не буду в эфир говорить обидные слова, но так и хочется сказать, что тот, кто делал, скажем, мягко говоря, не прав. Ну вот, на чем-то ж надо учиться. Вот. Вот я и учусь потихоньку. Но с другой стороны, как говорят маляры, правильные маляры, шпаклевка чудеса творит. Но я, естественно, еще буду добивать. Тут вот шишек и прочего. Тут еще прилично. И неровности. Вот. Я тут воюю никак. Вот. Вот у меня шишка. Ее как не бьешь, она не хочет. Ну, потихоньку, потихоньку. Собственно, сейчас уже вот настал тот момент, когда можно 2 часа колотить и там с небольшим, так сказать, плюсом в смысле, с небольшим улучшением как бы качественным. Вот. То есть сейчас уже тут настолько все наколочено, что уже колоти не колоти, как бы. Я еще, естественно, почищу. Потом надо заняться. Я вот пока что этот молдинг красивый взял, положил под грузики. Чуть потихоньку я феном. Вон он валяется. Чуть прогреваю, чтобы он чуть по чуть как бы присаживался на место. Ну, честно говоря, вещь такая не дешевая. И поэтому я так прикрадаюсь потихоньку, чтобы не накосячить. Ладно, об этом будет другой как бы фильм, другой момент. Вот, ну а с дверью что? Чуть прервавшись, еще. И потихоньку вот я прохожу. Она все лучше. Но сколько ни делай, все равно вот косяки, они видны. Ну, с другой стороны, я не волшебник, поэтому, как говорится, тут учиться, как говорили древние греки. Опять колотить, как вы по фильму уже видели. В основном тут не крючком работа, не клеем, а пробойником. Забиваешь, металл разгоняешь, а он все не туда, куда надо тебе распределяется. Вот. И сколько не делаешь, вот, чем больше делаешь, тем больше косяков в своей работе находишь. Вот такая закономерность получается. Ладно, ничего страшного. Перекур и дальше работаем. Потихонечку еще вот здесь хочу приподнять. Потому что тут еще вот, как вы видите, заломы есть. И остаточные
как бы грязная работа еще. Надо приподнять еще. Вот, как бы поаккуратнее сделать. Ну и здесь опять же лампу немножко другим боком я поставил. Теперь у нас слева, вот то она была справа лампа, теперь слева. И вот еще, опять же, к сожалению, вот она, вот у меня шишка, вот она вмятина. Не удается перераспределить сюда мне металл. Как я не пробиваю, ну, чудес не бывает. Вот я ее так снимаю, чтобы ее видно было. Уже где-то подзажата сильно, сильный наклеп, но опять же, лишний металл. Вот эту бы шишку как раз вот сюда вот вписать сейчас. Взять вот так отсюда, раз, сюда чпок и разбить. И было бы прям красота. Ну, как тут я ее не бью, не разбиваю, она не хочет. Ну, попытаюсь опять же вот отсюда издалека опять же заходить сейчас. Чуть здесь поднять, чуть вот здесь поднять, чуть вот здесь вот поднять. Может быть, она чуть визуально подуменьшится. И тогда можно будет здесь чуть понапрягать, то есть, чтобы она здесь пробилась, ушло сюда, сюда, вот сюда и вот сюда. Попытаюсь перераспределить, посмотрим, получится или нет. Ну, во всяком случае, хотелось бы. Смотрим опять, что у нас тут получается. Вот опять же, все упирается вот эту шишку. Сколько ее не разбиваю, она все равно вот вылазит. Вот ее видно. Вот, а за шишкой вот она впадина. Я пытаюсь, чуть здесь дергаю, чуть здесь разбиваю. Ну и тут чищу потихоньку. Ну уже как бы более-менее ничего. Надо ж место и для шпаклевки оставить. Так что, это я шучу, постараюсь сделать максимально, насколько у меня получится. Тут как бы на то и поставлено, что максимально аккуратно сделать. А там будут люди красить, не будут, может, у них возможности нет. Вот, и как бы скажут, что пойдет и так. Вот, видно, линия ломается. Вот она. Вот это вот ямища у нас играет. А бугор почему-то как бы вот он замаскировался. Вот. Ну вот она, вмятина еще есть. Она бликует. Вот ее надо постараться вот поднять. А этот бугор забить. Все просто. Но не так легко это делается, как хотелось бы. Вот, после еще потыкались, повыкались. Уже чуть получше стало. Но опять же одно и то же место. Вот здесь все-таки шишак. А вот здесь хоть и меньше. Но мы видим, вот она у нас вот так продолговатая. Вот вмятинка, вот самое глубокое место. И вот здесь еще неспокойно, вот в этом месте. Вот я перспективу снимаю. Видно. Ну ничего, время еще есть. Потихоньку налаживается то, что хотелось бы получить. Вот. Подальше подвину. Вот, видим, да? Такой кратерок, и вот еще
шишка и вмятина. Так что еще есть над чем поработать. Ну, зажатый, конечно, сильно металл. Поплющенный от и до. Поэтому вот так очень трудно он двигается. Вот так вот опять наковырял. Разворачиваем. Вот здесь вот шишак опять я наковырял. Просто вот эта шишка, где яма, вот была и вот. Уже по чуть-чуть выходит, а здесь пришлось вот наковырять лишнего, чтобы потом разбить и перераспределить чуть вот сюда, в сторону. Потому что потому. Без этого не получается. Опять придется еще, мало того, что вот здесь, еще чуть дальше вот здесь, и здесь придется опять же наковырять. Вот. Вот здесь наковырять в ямки. И потом переразбить, чтобы распределить чуть дальше. Вот. Короче, тут сколько ни делай, все будет, как говорится, не так и не то. Но уже как бы человек позвонил, едет, уже 5:30 вечера, наверное, хорош. По-любому, по сравнению с тем, что тут было, уже тут как бы это нормально, хорошо. Сейчас еще чуть-чуть доработаю и, наверное, хорош. Вот это, что наковырял тут, надо теперь подразбить. А так, в принципе, уже более-менее, конечно, подровнялось. Ну вот, остались вот такие вот штуки. Прибежал хозяин, увидал, погладил, говорит, все отлично, все хорошо. Я поехал. Так что вот так. Осталось немножко недоделанное. Но с другой стороны, шпаклевка чудеса творит. Вот. И потянутый металл, как его ни девай. Вот. Его, как говорится, чтобы куда-то деть, надо. Понятно, что эта работа, как бы, ее можно дорабатывать, доделывать, гонять туда-сюда металл. Ну, в общем и целом, ну, работа, скажем так, на четверочку. То, что на пятерку, ну, такие вещи, опять же, их и делать не стоит. Ну, попросили, что делать. Подвязался, а с другой стороны и сам потренировался, посмотрел на свои силы, что я могу и что я не могу. Вот, понятно, что здесь как бы еще вот эти вещи можно подразворачивать чуть, что-то поднимать, что-то пробивать и так далее. Кто-то скажет, что у меня руки не оттуда растут, кто-то скажет, что нормально. Ну, скажем так, я стараюсь, как могу. Ну, что-то получается, что-то не получается. Ну вот, сейчас лампу уберу, посмотрим так. Небольшое по скрипту отверстие надо вот вставить, затычечки, и потом снутри помовили, чтобы мовильчик здесь проступил, чтобы не ржавело, и снутри по-хорошему замовилить или даже загрунтовать, чтобы металл не ржавел. Ну а сейчас мы немножечко пройдемся здесь полиролькой, чтобы, хотя вот тут уже как бы не есть такие нарушенные места, которые, ну, прокорябаны были при ударе, они видны, вот уже прокорябано, тут уже ничего не сделаешь. Ну ничего, зато остальное можно подубрать. Еще раз замываем водичкой дверку. Сейчас, чтобы где-то песчинки или что-то не попалось, убираем начисто. И проходим тризаком и полирольками. Чуть-чуть взбодрим, потому что только вот это вот место, где
у нас был продир, так сказать, чуть шлифануть трезаком и полирнуть. Я так вижу по человеку, что он будет на ней ездить и скажет, что так и было. Я работаю своей полиролькой любимой, мензерновской. Вот уже один раз прошел после первого номера, вот видно. Сейчас второй, потом третий. Слегка. Слегка. Без фанатизма. А вышин это вручную делается. Вот. И потом волшебная тряпка. И уперед из песни. Запах хороший у нее. Приятный. Хозяин натирает с удовольствием свою машину. Что-то не улыбается. Она становится блестящая и чистая. И пахучая одновременно. Ну вот уже не видно, что она была. Покалеченная дверь. Сейчас у нас идет сборка. Вот как-то так. Тут идет кропотливая работа, наклейка скотча на молдинг. Молдинг равнялся прям руками на глаз. Кстати, получилось. Не смог здесь адаптироваться. Не, кстати, так, мы не... Секундочку. Ну вот, мы обесшумились, там где наковырялись, закрыли все это, чтобы ни угла, ни прила, не ржавело. Вот, почему? Потому что... Вот снизу там самовилина. Молдинг поставили на место, теперь идет сборка. Ну тут как бы несложно. Все это делается. Ну вот они, болтушочки наши. Их закручиваем, и в принципе все собрано. Там на двух болтиках вот через эти дырки, вот они, стеклоподъемники закрываются и... В принципе, ничего сложного нету. Вот это у нас от ручек. Сейчас, в принципе, все закручиваем. Ставим музыку, ставим шлейфы на места и можно собирать дверь. Дверь вот здесь на защелках как бы довольно просто собирается и разбирается. А снимается вот он болтик, саморез панельки в двери. Мы видим такая клипсочка. Вот. Вот здесь вот так вот затычечка такая в ручке. И вот здесь то же самое. Эта накладочка снимается наружу, а это подтыкается вот сюда. И все. Остальное дверь на клипсах. И ничего тут сложного в разборке нету. Немножко пришлось подклеить крепление. Вот защелка здесь ставится. И защелка вот она здесь ставится. Вот. И как я уже говорил, вот так в круг на клипсах. Здесь один саморез, здесь другой вкручивается. И вся, собственно, сборка двери. Все собрано, все проверено, все работает. Вот так. Тут, конечно, по марке чуть есть, но что? С такими потягами по-другому бороться сложно.